Незаконный ЛНР продолжает издеваться над людьми. В сети появилось фотообъявление, в котором врачи сообщают, что прием детей с острой зубной болью осуществляется в больнице только по субботам. Не вне очереди, как в мирное время, а в субботу. Главари террористов не особо заботятся о медицинской сфере. Врачи работают бесплатно. Запасы медикаментов давно закончились, поэтому выживают как могут, сокращая свой рабочий график. Но в этом случае больше всего не повезло детям. Если зубы разболелись в начале недели, придется мучиться до субботы.